Мы находимся на строительстве станции Боровское шоссе в районе Новопеределки. Здесь работы ведутся очень интенсивно, круглосуточно. Вот прямо подо мной находятся проходческие щиты, которые ведут проходку туннелей метро в сторону района Солнцева. Интересно, что в метрострое каждый щит именуется женским именем. Подо мной находится щит с именем Арина. Он работает с 4 февраля. За моей спиной щит, который копает второй туннель, с именем Светлана. Он запущен 16 февраля. Сделать водопонижение и бороться вот с этой рекой, которая мешает работе.